Привет, друзья мои хорошие! Ну вот уже 2 часа, как началось мое утро. Успели мы сделать многое. Покушать с малышкой, я привести себя в порядок, постирать. И теперь настало время для меня любимых. Надо и позавтракать. А что хочется в такой осенний день? Конечно же, чашечку горячего кофе и какой-нибудь вкусняшку. И я сегодня предлагаю приготовить быстрый завтрак. Сытный, а главное, не сильно тяжелый. Ну что, поехали? Итак, нам с вами понадобится кусочек хлебушка, который я предварительно подсушила в микроволновке, для того, чтобы он хрустел. Также нам потребуется яичко сырое, которое мы будем варить способом пашот. И помидорочка свежая. Нарезаем помидорку очень тоненько. И укладываем нашу помидорочку на хлебушек. Для придания пикантности я посыпаю помидорку смесью прованских трав. Ну вот у нас водичка закипела. Теперь создаем воронку. И быстро разбиваем наше яйцо. И варим пару минут. Ну вот наше яичко сварилось, и теперь аккуратненько перекладываем его на помидорки. И вот такой прекрасный бутербродик у нас получился. И чашечка горячего кофе. И давайте посмотрим, что внутри. А внутри прекрасная яичка, желточка. А вот такой быстрый, огромный вкусный завтрак у нас получился. Всем приятного аппетита и с добрым утром!